каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Маниме с вами, всем привет, и сегодня с реакция на анимацию по Undertale, которая называется Undertale Azrael и Chara Voice Over. Окей, погнали смотреть Benny-chan Animation. Какой такой аниме стиль? Ага, это на стиль набросочки. You really like those flowers, huh? Hey, tell me why. Тебе нравится точка, скажи мне почему. Why did you do that? That's not funny. Stop smiling. Так мило. Okay, Chara, are you ready? Do your creepy face. Oh, wait. I had the lens cap on. Вот бы не снять заглушку перед съемкой. What? You're not gonna do it again. Come on, quit tricking me. Блин, это мило. Это реально прикольно. Мне нравится стиль анимации, очень милый. Такой прям... Воу. Зрель Дримур. Это после, если не ошибаюсь, бойни с людьми, когда его люди пытались убить, а он просто ее относил. Such filthy creatures. I hate you. They don't want to be me anymore. Блин. But nobody came. Но никто не пришел. Undyne? Это Фриск, как я понимаю, или Чара? Это походу Чара. Блин, довольно атмосферная анимация, мне прям нравится. Get down, get down. Блин, это круто. Еее, Тоби Фокс. Тэмми аниме. Я могу получить большой меч. Чоколад? Боже мой. О май. Ты выглядишь очень прекрасно, гламурно. Дело. Что там такое? Фриск 10 из 10 ее лицо. Это очень, ну, милая анимация, на самом деле, довольно круто сделано. Вот стиль рисовки немножко сумбурная из-за того, что вот резко прерывается один кадр, начинается что-то другое, другое действие. Вот сумбурность есть такая, но в принципе все очень круто. То есть мне нравится, правда, вот стиль рисовки очень прикольный. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, перейдите, подпишитесь на автора, поставьте лайк, напишите комментарий. И также, если понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте и на мою личную страничку ВКонтакте. Всем удачки, всем пока-пока.